Уважаемые наши коллеги, члены ассоциации, главные врачи, ведущие специалисты, заведующие отделения, мы сегодня проводим очередную научно-практическую конференцию. Сенат нашего университета. Хочу вам напомнить, что цель ассоциации – ознакомление с различными новыми исследованиями стоматологии. Как вы знаете, в прошлый раз, если вы были в Национальном институте здравоохранения, тема была посвящена биохимии, биохимическим исследованиям стоматологии. Знаете, в результате, после этой конференции, у нас две кандидатские, одна докторская диссертация. Хочу сказать, что стоматология полиморфна в своих исследованиях. Нет единого, одного какого-то исследования. И, естественно, ученые ищут более современные, более безопасные методы, как лекарства, лечения, как лекарственных, так и различных хирургических, малоинвазивных технологий, для того, чтобы были у нас большие успехи. Тем более, что это заболевание, которое есть парадонтопатия, шагает очень большими шагами. И естественно, что мы не можем никак представить себе, что остановится это исследование. Сегодня наша тема предоставлена фитотерапии, вернее, инновационная фитотерапия в стоматологии и, в частности, парадонтологии. Мы пригласили из Москвы доктора медицинских наук, профессора, действительно члена Академии, Российской Академии естественных наук, Манулова Бориса Михайловича, автора книги «Основы современной фитотерапии». Автору этой книги, естественно, известны все секреты фитотерапии, естественно, он все исследования, которые проводятся в этой области, знает. И мы будем очень признательны, если Борис Михайлович поделится с нами всеми научными достижениями в этой области. Вы должны знать о том, что не только дается учебник. Этот учебник можно будет потом и в сайте посмотреть, приобрести и все прочее, если вы захотите. Я думаю, что захотите. Далее Борис Михайлович привез нам материалы 26-го Всероссийского научно-практической конференции. Методическая фитотерапия парадонтологии, диагностика и комплексное лечение хронического танзелита комплексированной формы у детей. Я думаю, что вы все сегодня присутствующие будете заинтересованы. Хочу сразу сказать, что те, кто будут заинтересованы, те, естественно, будут через старосты, активистов, связаны с представителями. Пожалуйста, вас. Захарович, наш доктор наук, профессор, проректор по научной работе нашего института, университета. Вот, и он сегодня у нас присутствует на нашей конференции по нашей тематике. Собственно, я сказал все.
Я хочу именно и длительно рассказать с вами, проводить какие-либо беседы в области нашей ассоциации, но приветственное слово нашей конференции мы предоставим слово Михаилу Захаровичу, имеет слово сказать вам. Дорогие гости, глубокоуважаемый президент Борис Николаевич, дорогой профессор Гонарян, мне очень приятно, что я уполномочен от имени руководства университета поздравить вас с сегодняшним событием, с сегодняшней конференцией и пожелать вам всего самого наилучшего, а именно хорошей плодотворной работы, интересных личных контактов и, самое главное, развивания новых связей для продолжения вашей работы и для развития наших взаимоотношений. Сегодня я хочу обратиться к представителям Российской школы стоматологической науки и научной цели связи с российскими клиническими научно-клиническими центрами и школами. И сегодня один из таких ниток, когда мы имеем возможность принимать вас у нас. И мы связываем очень большие надежды с тем, что вот эти молодые люди, которые сидят в этом зале, которые будут сегодня активно участвовать в сегодняшней конференции, сумеют наладить связи для продолжения своей личной научной карьеры, для продолжения своей учебы, для продолжения своей плодотворной деятельности. Одним словом, поздравляю вас с этим событием, желаю вам ассоциации процветания, а вам сегодня и, может быть, даже завтра хороших, благотворных, научных дней. Спасибо. Сейчас мы предоставим слово Борису Михайловичу Мандурову, который тема называется «Биологически активные вещества лекарственных растений, основы их действия разработки лекарственных фитопрепаратов в стоматологии». Ну, в частности, парагонологии. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу вначале поблагодарить Рамила Владимировича за возможность общения с вами, потому что вот такое живое общение всегда является плодотворным. Сейчас ее 80-летие. Она одна из основоположников стоматологического факультета и Ленинградского медицинского института. Терапевтика на кафедре терапевтической стоматологии. Она закончила Харьковский стоматологический институт по назначению в 56-м году, приехала в Ереван, и в 61-м с профессором Ильяном стала работать в институте. Еще раз поздравляю всех российских учеников. Ассоциации России, стоматологическая
Они проверили конференцию. И эта конференция была предоставлена Федерации стоматологии. И там были проведены очень интересные доклады по проведению очень интересных исследований. После консультации с Борисом Михайловичем мы решили, что некоторые доклады, проведенные исследования, которые были положены на этой конференции, мы решили эти же доклады, всего три доклада, прочитать вам, чтобы вы тоже были ознакомлены с этими трудами, которые касаются химиотерапии стоматологии. Вот препарат, который работал у нас, доктор, пока он пошел в розницу, но он пойдет в розницу, я старше отвечу. Но те, которые могут посписочно попали клиникам сделать сборы, и мы можем быть как ассоциация посредником с этими представителями, которые мы, соответственно, этому заказу предоставят вам эти препараты. Что я хотел бы сказать о том, что у нас этот препарат работал у нас в Центральном банке. И, естественно, у нас есть небольшой опыт работы. Результаты этого вам доложит наша дирекция Виктория Ашотова. Опыт применения фитопрепаратов С1, С2, Подзинал, Бензал, Валигал и другие при заболевании слизистой полости рта, параметра. Пожалуйста, Виктория. Я вообще отвечаю за стоматологию.